от кутюр модель панно. Модель панно должна была родиться хотя бы для того, чтобы изменить наше восприятие двери как части интерьера или промышленного образца на произведение искусства. Панно напоминает классическую щитовую дверь, но лишь издалека. На самом деле это авторское художественное произведение. Выполнено из массива дерева ценных пород, она украшена поперечными вставками ручной работы художницы Юлии Метелиной. Мастер слой за слоем накладывает акриловые краски, в буквальном смысле создавая свою неповторимую картину для клиента. Затем на фабрике с помощью специального силиконового герметика вставка клеится на уже подготовленное полотно двери. Сверху еще дополнительно она прибивается микрошпильками, практически незаметные отверстия от которых дополнительно шпаклюются. Каждая из них покрашена по-разному. Газета, мазок, волна. Каждая из них подписана вручную художник Метелина. Сделаны они специально, как делают картины. Здесь полотно для картин обклеено, идеально сзади обклеено бумагой. И это будет служить вам навсегда и приносить радость. Дверь панно – это ваша уникальная дверь. Это ваша индивидуальная картина. Это красота, энергия мастера и практичность.